Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка от компании «Звезда». Замечательный и красивый танк Т-90МС в масштабе 1.35. Артикул модели 3675. Набор содержит 459 деталей. И длина собранной модели 27 сантиметров и 2 миллиметра. С обратной стороны у нас картинки собранной модели. Всевозможные краски на торце одной стороны, картинка с декалями и модели, которую предлагает данный производитель. Переходим дальше. Давайте рассмотрим быстренько инструкцию по данной модели. Прежде чем приступать к сборке модели, внимательно ознакомиться с инструкцией. Не забываем, друзья. И передаем привет упаковщику номер 6. Большой вам привет и спасибо. Надеюсь, комплект у нас полный. Итак, набор содержит порядка 10 рамок литниковых, сеточку, веревочку, тросик и рамочку с стеклянными элементами, деталями. Очень много этапов сборки. Модель довольно объемистая в плане сборки, так как набор содержит довольно много деталей. 459 деталей – это все-таки немало. Инструкция выполнена, как вы уже обратили внимание, в виде книжки. Это очень хорошо. Большой плюс везде за это. Наконец-то они стали собирать инструкцию удобно. Можно ее перед собой поставить на какую-то подставочку, например, школьную, что очень удобно. И не будет занимать очень много места. Мы дошли до последнего разворота инструкции. Всего у нас 47 этапов, не считая подэтапов. Все хорошо очень напечатано, все разборчиво, все прекрасно видно. Далее у нас вот такой листик вложен в коробочку с инструкцией по окраске цветной. В последнее время «Звезда» стала вкладывать такие листики. Также здесь табличка с необходимыми цветами и, собственно, сама схема окраски. В отдельном пакетике содержится декаль, веревочка для имитации троса, сеточка и стеклянные элементы. Элементы довольно хорошо прозрачные. В общем, у «Звезды» в последних ее моделях никаких проблем с остеклением нет. Давайте посмотрим, насколько прозрачно, отличные детали, все хорошо через них видно, и это хорошо. Декали очень хорошо отпечатаны. Цифры напечатать, наверное, не так сложно. Все-таки это не какие-то сложные изображения и знак гвардии. За номера отдельное спасибо. Из них можно где-то что-то как-то составить. Да, и стеклянные элементы теперь в отдельном zip-пакете, правда, с декалями, но, тем не менее, они положены не с лицевой стороны декали. Сеточку тоже, это я сейчас уже переложил. Но я надеюсь, что сеточка нам не испортит картинки. Сетка, конечно, такая себе, крупноватая, я бы сказал. В принципе, если собирать по стопу из коробки, в принципе, она подойдет хорошо. Клеится она, к сожалению, по-моему, только на суперклей, да, там моменты всякие такие, секундные моменты я имею в виду, либо же на циакриновый клей. В наборе у нас 6 вот таких рамок. На рамке содержатся катки, балансиры, всякая мелочевка, какие-то элементы гребней, коуш дан половинкой. Не очень это может быть удобно, но тем не менее. Детализация катков для модели, которая будет собираться из коробки, очень хорошая. Даже есть своеобразная имитация гаечек. Давайте посмотрим это поближе, внешнюю сторону катка. Так вот они выглядят довольно-таки неплохо. И внутренний каток. А может быть и наоборот. Но неважно. Также поддерживающие каточки, элементы балансиров подвески, да, какие-то мелкие элементы еще пока непонятные, это сможем определить уже при сборке. Это, видимо, элемент коуша, вторая часть, вторая половинка. Так, стволы гранатометов, и еще раз повторюсь,
6 таких рамок. На этом литнике у нас содержатся элементы подвески, ведущие шестерни, ленивцы, бочки по стандарту, расчлененные на 4 части, то есть верх, дно и сами стенки. Отдельным элементом даны гребни, клеиваются гребни сквозные, это очень хорошо. Также корпуса камер, насколько я понимаю, насколько это можно понять. Рэмы, ну, буксировочные крюки. Траки выполнены очень хорошо. Даже, наверное, еще не особо понятно, будет ли иметь смысл их заменять. Крышки МТО, выхлоп или вентиляция, что это, да? Как крышки, ну, скорее всего, крышки выхлопа. С обратной стороны рамочки, литье свежее довольно-таки, да? Все пока качественно, без облоя. Таких рамки в наборе две. На этой рамке у нас содержатся элементы шасси танка, всевозможные шланги, решетки, элементы активной защиты, мелочевка всевозможная, антенные вводы, а сама антенна вот эта слегка искривлена, ну это не проблема, в общем-то, можно легко ее исправить, деталь несложная. Литье без нареканий пока еще, это прям вот с пылу с жару буквально вчера. Это все было произведено. Обратная сторона рамы. В конце обязательно приложим фотографию, чтобы можно было рассмотреть некоторые элементы и детали данного набора. Очередной литник из набора. На нем содержатся боковые стенки корпуса шасси, надгусеничные полки, всевозможные лючки небольшие и элементы самого шасси. Качество отличное. Облой вот имеется только на самих элементах литейной рамки, не криминально. На самих деталях ничего нет абсолютно, все чисто, прекрасно. Толкатели с обратной стороны детали, с внешних ничего нет. Ну, в общем-то, уже все давным-давно понимают, что все толкатели желательно прятать на внутреннюю сторону детальки. И это хорошо. На этой рамке у нас содержит элементы шасси, это низ танка, крыша танка вверх, элементы динамической защиты, элементы гусеничных лент, даны они здесь сегментами, также здесь элементы гусеничных гребней, кормовая часть и экраны. Также отдельными деталями даны рычаги, за которые открываются грязезащитные щитки. С обратной стороны все хорошо, корпус. Верхняя часть отлита без перекоса, так же как и дно танка. Детализация на дне очень интересная. Много всевозможных элементов, даже сварные швы имеются. Очень-очень-очень тоненько все это сделано, очень хорошо выглядит. Посмотрим, как это будет выглядеть после сборки. Я думаю, что будет супер. Также вот здесь данные сквозные решетки моторного отсека, на рамках везде стоит клеймо 2018 год, ну, в общем-то, звезда и заявляла, что выпуск на 2018 год. Траки посмотрим на фотографиях, детализация действительно хорошая, даже с торца показаны, обозначены пальцы, на которые собираются звенья, но, естественно, избежать шва по торцу не удается, ну потому что просто банально нельзя так отлить. Последний литник в данном наборе — это элементы башни, орудия, всевозможная навеска на башню и пулемет. Выполнено все очень хорошо, на башне имеются кабель-каналы для электрооборудования, всевозможные лючки, расшивка без нареканий. Даже здесь вот выполнены какие-то проушины, за которые можно отдельно, видимо, навесной ящик поднимать. Элементы динамической защиты, опять же. Обратная сторона также без нареканий, все толкатели спрятаны сюда внутрь. Ну вот единственное, что, наверное, стоит доработать по возможности или заменить на фототравление, которое, возможно, появится в будущем, это сетки. Вот здесь вот, на вот этих вот деталях.
их стоит заменить. Они даны не сквозные в пластике. В общем-то, точно так же, как у Т-90, точно так же, как у МСТы и еще у некоторых моделей. Что можно сказать в двух словах об этом наборе? Ну, набор, наверное, стоящий, опять же, за свою цену он достоин, и собранная модель займет свое законное место у вас на полке. Если вам понравился данный обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Не забывайте нажать на колокольчик для своевременного получения уведомлений о событиях на нашем канале. Если у вас имеются какие-то рекомендации по постройке данной модели или заметки, пишите в комментариях. Ну а пока, пока. Apocalypse.